нам что-то слепила. О. Слушай, у тебя прям талант, они супер классные. Это кто? Я не знаю. Это лягушка. Но выглядят они прям очень круто. Подаришь мне потом одну? Да. Спасибо большое. То есть они опоздали на класс и опоздали на наказание. Опоздали на наказание. То есть за опоздание. Им еще этот... 5 кругов. Штрафные, да? 5 кругов. 5 кругов всего? 5 кругов. Всего? Всего. Это что? Это не наказание. Каждый день мы делаем расписание. И каждый день кто-то этим расписанием недоволен. Обычно Юля недовольна расписанием. Объяснить. Даже сейчас она чем-то недовольна. И еще недовольна расписанием часто Вова. Алексей, почему зарядка такая невкусная? Самое недовольное расписанием – это Адель. Очевидно. Да, в расписании нет мороженого просто. Ну, как бы, какое расписание без мороженого? Короче, сегодня все сделали. Вообще было нормально. У нас было, во-первых, на расписании было кофе обязательно. Мороженого еще не было, но, возможно, потом будет. Мы с мамой просто уехали еще тоже грустнее в 2 раза, да? У нас были специальные классы, такие типа, как бы, спешл-классы по разным темам. То есть такая, как бы, кусочек капуэры, более развернутый. У нас много всего, у нас есть фокс-курсы, у нас есть, типа, просто тренировки, полусуперпятствия, квесты, еще и теперь спешл-класс есть. Это у нас есть электролапа, по которой можно бить удары, такие, типа, и она замеряет точность. Это новый технологический стартап для развития боевых искусств. Его, кстати, они сделали чемпионат, и человек этот чемпионат выиграл. Этот человек, мировой чемпионат, на секундочку. Этот человек, соответственно, наших детей теперь учит, как выигрывать такие чемпионаты и быстрее, веселее бить удары. Класс по танцам, класс по... Ты почему класс дал вообще? Акробатике. По чему-то там. По акробатике, короче, класс. И почему у нас еще был класс? Капуэра. По капуэре. Короче, и по флоре. То есть какие-то специальные штуки. Спасибо, да. Еще был класс по лепнине. Не буду. Не будешь лепить, да? Может, будешь все-таки. Уже неплохо все делегирую, пока вот у Кадели сложновато делегировать, не очень просто. И после этого каждый отряд со своим вот этим вот героем по спешл-классу провел роду. Кто-то провел роду в лесу, кто-то провел роду в зале, кто-то такой хитрый, как Рафаэль, себя захапал самую классную локацию, потом говорит, вот, какая у меня была классная рода, все ко мне пришли. На самом деле, просто была классная локация. А Кирилл сегодня был поражен тем, что внезапно приехал к нам отряд нулевой, который он просто смог посадить на стулья, что-то им затирать, и они сидели, молчали, его слушали и понимали. И делали. Впервые. И делали. Ну, за лагерь это не то, чтобы впервые, но никогда такого не было в тот раз. И пожалуйста. То есть ты вот идешь ты по дороге, это так совсем делать, перед тобой лужа. Если начинаешь думать про то, что тут нет лужи, но она гипотетическая лужа. Вот, как же так, лужа, что же делать, там, туда-сюда, как плохо. И ты остаешься на месте, потому что лужа поглощает твое внимание. А если ты, ну, ты шел в магазин, ты помнишь про магазин, лужа есть, и ты как бы, да, лужа есть, но ты думаешь про то, как в этот магазин попасть.
в зал на тренировку. Как туда попасть? И ты придумаешь способ эту лужу перейти. И здесь так же. То есть нам надо не разобраться, вот дети, гаджеты, вот проблема, дети, гаджеты, а думать про вот эту полноценную жизнь, показать им ее, и они к ней пойдут. Я вот пойду, у меня полноценная жизнь, вот там где-то. Вот там у меня дети барабанят, пожалуйста. Хорошо, ну и еще один ребенок перебал, да, который в субботу пила. Вот это жизнь полноценная. И никакие гаджеты там не помешают.